зовут Людмила Нюкова. Я работаю на кондитерской фабрике, машинист сбивальных машин. Просыпаюсь на работу я в 5:30, завтракаю и выхожу. На работу я прихожу к 7 часам. В мои обязанности входит сбивание карамельной массы. Сбивальный котел подает карамельную массу. Предварительно обогревается котел паром. В результате интенсивной механической обработки масса насыщается воздухом для дальнейшего замешивания халвы. Изначально я пришла работать в мармеладный цех. Поработав там, мне предложили место в халвичном участке на профессию сбивщик карамельной массы. Поработала, понравилось. Ну и вот много лет уже работаю на этом месте. Я люблю свою работу, потому что я могу попробовать халву и быть уверенным в качестве своей халвы, что она понравится нашим покупателям. У нас коллектив небольшой, из-за этого у нас достаточно тесные дружеские отношения. За долгое время работы, работая на этом предприятии 40 лет, практически сложностей никаких нет. Все доведено до автоматизма. Специалист моей профессии должен следить за качеством выпускаемой продукции, соблюдать технику безопасности, быть ответственным на своем рабочем месте. Мы поставляем очень вкусную и качественную халву, которая нравится не только взрослым, но и детям. У нас халва делается с качественного натурального сырья. Я люблю свою работу, потому что она делает утро моей страны добрым.